Всем доброго времени суток. Искал себе ручной плиткорез небольшого размера, чтобы он был мобильный, удобен, да еще и дешевым. Это мечта каждого плиточника. И вот на рынке появился такой плиткорез, и я не мог пройти мимо. Конечно же, я его приобрел. А тут еще и карта со скидкой 5%. Ну что ж, попробуем протестировать этот аппарат. Поехали! С виду этот плиткорез меня привлек своей мобильностью. Тут не надо отдельно прикручивать линейки, все уже в сборе и очень удобно складывается. Рукоятка у плиткореза довольно-таки массивная, рычаг что надо. В набор идет лазер, и чтобы его установить, надо снять батарейки. Ну а регулировку луча будем производить уже на месте. Вес этого плиткореза 14 кг. Ширина плиткореза 750 мм, длина от линейки и до конца 900 мм, но режет он до 800 мм. Вся длина плиткореза составляет 1100 мм. Материал направляющий, цельнометаллическая, легированная сталь. Размер сечения направляющей рейки 45 на 12 мм. Высота плиткореза 45 мм. Толщина мембраны 8 мм. Сбоку имеются вот такие вот барашки. Эти крепления предназначены для того, чтобы мы могли жестко прикрепить линейку. Рабочий стол изготовлен из стали толщиной аж в 3 мм и вот с таким вот ребром жесткости. Очень прочный. Движущая каретка по монорельсе имеет аж 18 подшипников. На каретке установлена пружина для более деликатной работы. Ну что ж, попробуем произвести тест, и мы порежем керамогранит по диагонали. Ну что ж, плиткорез отлично справился. Теперь установим линейку и сделаем несколько прямых резов. Да, режет отлично и довольно-таки точно. Теперь попробуем порезать полоску в 1,5 сантиметра. Ну что ж, отлично порезал. Теперь попробуем в 1 сантиметр. И здесь плиткорез справился на 5 с плюсом. Далее порежем керамогранит толщиной на 12 мм. Тоже хорошо режет. Теперь распустим по диагонали, что очень опасно, и углы скалываются даже на макрорезе. Да, все получилось. Честно говоря, меня этот плиткорез очень удивил. Теперь я смогу выполнять очень сложные работы.
с керамогранитом 1200 на 600 тоже отлично справился. И с этой плиткой легко справляется. Для бюджетного плиткореза, я думаю, он неплохо справился. Установлено завод-изготовителем, что он режет керамогранит толщиной от 2 до 16 мм. Скорее всего, он добился хорошего результата из-за усиленного стола. То есть, металл плиткореза до того мощный, что нет ни малейшего прогиба или ослаблений, что очень влияет на точный рез. Я думаю, это достойный инструмент из бюджетного сегмента. А для тех, кому понравился этот плиткорез, я на всякий случай оставлю ссылку, где я его приобрел. Ссылка в описании видео. А у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание.